Ребят, добрейшего всем утра. Я вот, можно сказать, выезжаю от себя. Вот позади трасса. Давненько я у себя толком нормально не ездил. Я все сейчас в последнее время стараюсь к ребятам. Да, знаете, как немного выпал отпуск. Давайте немного встану. Сегодня как бы ветра особо нет, но так, на всякий, вот так, надеюсь, мне хорошо видно. Что хотелось бы немножко рассказать. Давайте немножко от солнца встану. В общем, сейчас такая ситуация, что, знаете, вот, по сути, вы знаете, как бы, да, кто смотрит, у меня зрители постоянно, вот, у меня кругом лес, и без леса я не могу не въехать в лес, потому что очень много маршрутов, все проходят через лес. Ситуация такая, что у нас, по сути, ну, с начала лета пожароопасная ситуация, и для посещения лесов запрещено. Но я не могу никак двигаться через лес, моя просто задача, по сути, проехать его. Потому что все маршруты идут через лес, вот как ни крути. Вроде бы я набил здесь маршрут, здесь 20-25 километров получается. Все равно он через лес проходит. Я катаюсь, я уже это не сильно не снимаю. Знаете, такие мини-тренировочки делаю. Я думаю, вам обязательно, возможно, в следующем ролике покажу, где я катаюсь, что я делаю. Ну, я думаю, вам будет интересно. Это такая, знаете, первая ситуация. Вторая ситуация у нас, буквально, если вот за мной посмотреть и проехать, ну, минут 20-25 в ту сторону, просто именно, вот, можно сказать, просто даже, грубо говоря, по прямой, мы выезжаем на вторую трассу, тоже, которая ведет в сторону городка, и, знаете, там ходят медведи. Это совсем, на самом деле, рядом. Кто скажет, да я вообще возле медведей живу, и что, и катаюсь, и мне все равно. Да, я понимаю, знаете, когда сталкиваешься с этим впервые, я думаю, сейчас ставлю ролик здесь. Люди сняли буквально вот с утра, это было неделю назад. Пробегало двое, трое мишек на видео, вот уже сейчас не вспомню. И это вот буквально вот за моей спиной. Ну, придется в любом случае сегодня ехать через лес. Это такая, знаете, вторая ситуация, потому что... И третья ситуация, по сути, надеюсь, на лесников ни на кого не нарвусь, чтобы можно было спокойно, ну, знаете, проехать леса, потому что у меня будет три леса, по факту. А там уже дальше я где-то дорожки такие, грунтовочки будут больше, потому что буду в деревню въезжать. Там некоторые у меня маршрут набит, куда я еду сегодня. Задача сегодня по максимуму проехать. В общем, таки получается три ситуации такие, которые, ну, неприятные на самом деле. В том году такого не было. Сейчас уже, блин, сколько прошло по факту. А лес до сих пор, по сути, не открыт. Я вот недавно покушал, собрался. С утра ехать искать, вообще солнышко выглянет. Сегодня будет местами облачно, но и жарко при этом. Хочу, ребята, пожелать всем огромнейшего просмотра. Влепи обязательно лайк, пиши, кстати, свой комментарий. Задача у меня сегодня просто по максимуму проехать. Я на подвесе далеко не выбирался. Не почувствовал даже, знаете, пока не видел. Ладно, может, кровь сильно показывать не надо. Как я так цепанул? Показывать не буду, наверное, да? На YouTube 24 кадра, все дела. Ну, просто вот, шипит немножко, не знаю, видно, нет. Как-то так порезал, нормально. Ребятушки, надеюсь, меня нормально видно. Ветерок, может, немножко попадает. Но и нормально все. С рукой сильно показывать не буду. Не хочу, чтобы YouTube забанил, знаете, как такие моменты кровавые всегда банятся. Едется все отлично. Уже двадцатка где-то есть, получается. Средняя не сильно, кстати, прям большая. Где-то сейчас за 20, а 21,5 или сколько. Вообще еду, знаете, в таком темпе, ну, простом. Больше немножко снимаю даже. Вот. Сейчас проезжаю, по сути, деревню. И все, выкатываемся во второй лес. Погнали. Ребят, потихонечку
Я уже проехал второй лес, как я и сказал. Сейчас кушаю банан, попью водички немножко. Там озеро, люди отдыхают. Сейчас, наверное, отдыхающих будет много, но леса закрыты. Как видите, шлагбаум. Я понимаю, что немного, знаете, кто-то может скажет, да ты там пример какой-то подаешь, да, вот закрытый лес, а ты едешь. Но у меня просто выбора особо нету. Я живу далековато от города, поэтому не могу конкретно по городу гонять, допустим, да, у кого есть возможность, или за городом. Моя задача сегодня проехать расстояние побольше. Впервые я уже этот лес проехал на подвесе. Сейчас ломану в этот лес. Я еще на подвесе в этот лес не заезжал. Я у себя там просто обкатывал сейчас по местности последние вот эти дни. Ну и в город плюс с мужиками встречались, тренили немножко. Ну вы знаете, занимались велом. Все, по сути перекусываю. Летим дальше. Ух ты, а вода еще есть. Ух ты, сколько тут водней. Так, болотных тварей нету. Фанатам сталкера привет. Да, вроде все тихо, можно идти. Блин, ну влаги здесь. Ну, видимо, тут так видно, проезжает здесь. Влаги здесь хватает. Все по-стандартному проходим. Вот, ребят, я оттуда вышел. Прошелся здесь, а здесь рыболовный бережочек такой. Кстати, водичка теплая. Фух. Заходик-то такой. Фух. Сейчас немножко, наверное, обобдам себя и катим дальше. Вон рыбаки, кстати, рыбачат там впереди. Жара капец. Блин, все, водни, ребят, полетели дальше сейчас. Немножко с колодца воды набрать. Несколько раз зачерпнул, а здесь осадок вообще дикий просто. Или что-то ближайшего колодца сейчас. Здесь, по сути, в деревню въехал. Кушать я буду чуть дальше. Вот. Сейчас что-нибудь найдем, потому что колодец с осадком пить такую воду. Потом дороги как скрутит живот. Ну, такой. Я думаю, многие знают, такие моменты были. Не отходя от кассы, так скажем, спросил вот здесь у женщины, видимо, их колодец, не знаю, или соседи здесь. Говорят, чисто, сейчас наберем. Колодец-то нормальный такой тоже. Кстати, как опустили колодец, пустите его еще чуть пониже, потому что сверху может быть грязная вода, а потом уже поднимать. По сравнению с тем колодцем может показаться, что, ну, блин, такой заросший весь, да? Но здесь вода почище. Ребят, надеюсь, меня нормально слышно. Еду после колодца вообще бодряком. Сейчас не мог не записать. Думал, такого уже нету, по сути. Да, знаете, ты снимаешь, пропагандируешь немного, да, спорт, как бы, да. Ну, как обычно, образ жизни, как и все, веду, могу отдохнуть, ну, все в меру, естественно. Сейчас, в общем, не доехал чекпоинта, как я вам говорил, вот про колодец, который вот у меня второй был. Я у женщины спросил разрешение, могу ли я набрать водички оттуда. Ну, знаете, как он находится за территорией двух домов, как я говорил. Там вот первый, второй дом был слева и справа. Пью, в общем, наливаю шейкер. Сейчас немножко поторможу, там горочка. Попил уже, немножко обмылся. Ну, знаете, как лицо, голову, шлем снял уже. Не показывал в кадре, что по-быстрому людей не напрягать. Выходит дедок и говорит, ну, слышь ты, блогер, шустрый. Свалил типа отсюда по-быстрому. Вот такой, говорю, да дедушка, успокойтесь, я сейчас, ну, попил, обмылся и уезжаю, вас напрягать не буду. А он мне такой, я тебя сейчас как возьму тут, как ёбну тут. Я говорю, да, дедушка, успокойтесь, будьте, ну, попроще. Я же
пропагандирую, говорит, да слышите, вы там блогеры, там что вы там показываете, кстати, вот деревня Слобода. Ой, обычно на этом поворотике захожу, круто. В общем, я такой говорю, да успокойтесь, сейчас я уезжаю, знаете, без всяких моментов, понимаете, дедушка, может, один живет, не знаю. Почему-то обычно есть такие люди в возрасте, которые, знаете, агрессируют постоянно к молодым, когда они какое-либо действие делают. Хотя я просто налил воды, обмылся, говорит, тебе что, здесь умывальня? Я говорю, да не, конечно нет, я аккуратно обмылся, говорю, сейчас с ведра все солью и обмою его. Я же не стою там, не моюсь там, ни шампунем, ничем. Ну, в общем, такое вот бывает. Так что вот так вот. А в деревнях эта тема остается. Ты когда приезжаешь здесь, ты чужой человек. Хотя я наоборот, знаете, показываю эти места. Здесь очень много красивых мест. Люди, конечно, как на дикаря смотрят. Сейчас вот даже с камеры еду. У меня обычно, ну вот, со встречки вам не видно. Так смотрят, как, оп, что тут такое происходит. Так что как-то вот так вот. Едем кушать. Ребятки, а у меня вот такой чекпоинт. Вилечка стоит. Там небольшой колхоз. Ну, телефон уже на зарядке. Пару бутиков, я надеюсь, видно. Перекусываю. И все, едем дальше. Будем пить воду, которую дедушка запретил. Единственное, знаете, не понимаю, чем я его так цепанул. Знаете, берешь меньку воды, просто раз на руку, два на руку, на лицо снял шлем, обдался. Просто обдал. То есть, чем я его зацепил, знаете? Ну, такое, наверное, бывает. Прикольно, блогеры недоделанные. Видимо, я тут не первый уже, наверное, как-то напрекало, так скажем. По сути, все нормально, ноги себя чувствуют хорошо. Еду с кайфом, спокойно леса проехал, вот только косово встретил, слава богу. Ну, дальше лес пойдет, ребят. Ну, там будет дорога, асфальт. И потом тоже будем въезжать в деревню, будет очень много памятников, там свой маршрут. Потом я, наверное, в городок, получается, въеду. Дальше там буду смотреть примерно куда. Буду, наверное, через деревню, скорее всего, ехать. Ох, ребят, на улице жарко сегодня, уже, наверное, за 30. А здесь так хорошо, даже уходить не хочется. Все, кушаю и летим дальше. Вот такие у нас бывают истории. Знаете, вот без таких приключений жизнь как-то не та. Прикольно, так знаете, посмотреть, взгляды такие, у местных взгляды такие, типа, ты вообще откуда, реально, ты откуда такой к нам завалился? Кстати, я пока видел колоночку, я надеюсь, на колонны, насчет колонки ничего не скажут, вроде рабочая. Ну-ка, давайте наберем посвежее. Фигня себе. Она, походу, знаете что? Она заварена. Или тоже заварили. Она просто отключена. Зашибись. Сейчас наберем. Кто-то набирает, видимо, себе. Не знаю, сколько проехал. Ну, полтос, наверное, точно есть. Не знаю. Я уже как на чекпоинте буду, надо будет посмотреть.
сколько получилось. Вот, я уже в городке. Сейчас в магазинчик попить и перекус. Ребятушки, я на чекпоинте в Крыловском парке. Здесь по месту, я обычно здесь всегда кушаю. Я на месте. Жив, здоров, цел, орел. Получилось сколько? 65 проехать, средняя за 20 по-прежнему. Ну так, держу, стараюсь. Получится, не получится удержать. Я с такой скоростью вообще такие расстояния не ездил. А на подвесе делать, я скажу, такие расстояния просто огромное удовольствие. Я этот маршрут ехал первый раз. Именно на подвесе я все время на ЛТД катал. И меня вытряхало. Обычно уже знаешь, когда здесь сидишь, ты такой думаешь, блин, как же вытряхнуло все уже. Блин, ехать не хочется, а потом домой обратно. Сейчас все, кушаю, доедаю буцик, что у меня остался, хаву протеиновый батончик, взял воды в магазе, обычной простой воды, у меня с изотоником сейчас смешан шейкер, докину туда еще воды. Все, малеха, передыхаю, все, едем дальше. Чувствую себя вообще отлично. Мы попали в офигенный дождь с Андрюхой и ехали как раз по этой трассе. Херачило, будь здоров. Жалко, мы не записывали тогда еще. У меня еще iPhone 6S был. Блин, ну это было круто. Такой дождь просто жесткий. Наверное, только если фотографии остались, вот вставить. Мокрые до нитки, но зато с кайфом все равно. И мы вот по этой трассе, как раз там колонка будет дальше, ехали. Ну, вода у меня есть, чуть-чуть. Набрать можно, если что будет. Вот. А так вообще с кайфом было. Такие моменты запоминаются, когда тебе страшно, очень жесткий дождь. Знаете, как у рябиновой ночи, вот гроза это херачит. Вот, и мы едем здесь, тучи все фиолетовые. Ну а что поделать, надо было ехать. На остановке там вот была остановка, почему-то решили не остаться, ехали дальше. Но так вот бывает. Ребят, я всегда заезжаю сюда. Там граница, можно набрать водички. Ну, у меня запас водички есть. Здесь все выкосили. Люди сюда, кстати, приезжают. Как-то помню, когда ехал, нарвался на экскурсию. Бывает такое. Блин, но не показать его, это, конечно, я не знаю. Это просто нереально. Надо показывать такие вещи. Есть такая дубрава сама по себе. Тоже есть. Там рядом дубы тоже растут. Место такое вот. Там дальше. Может, как-то не сильно видно. Вот. Ну, кто если хочет увидеть воочию, пишите. Можно будет встретиться обязательно. Вот. Табличка, если что. Приезжайте. Здесь можно загадывать желания. Вот. Ребят, наверное, я сейчас... Давайте, сейчас меня съедят здесь. Потихоньку выдвигаюсь в сторону дома. Проедем пару деревенек, я думаю, еще. О, посмотрите, паскуда, а. В общем, проедем пару деревенек еще. Скорее всего. Чувствую себя отлично, кстати. Едется хорошо.
погодка благоволит. Кстати, мы уже, наверное, встретимся, как я уже буду на базе, так скажем. Подведем итоги, сколько получилось проехать. Я думаю, в конце результат ставлю обязательно. Как раз вы посмотрите на меня, как я доехал. Потому что чувствую себя отлично, погода позволяет. Грех не ехать. Давайте, встречаемся уже на базе. Ребят, я на месте. Здесь пыльненький, малеха грязненький, как чертенок. Проехал с кайфом, теку, как надо быть. Давайте так, я сейчас вам ставлю два результата. Это всего вторая моя сотка, соло тоже. Первую сотку я ехал, ну, естественно, на другом велосипеде, да. Результат сейчас будет. И всплывет второй результат сегодня. Получилось проехать... Да, с рекордной для меня скоростью 100 километров и 28 среднее. Для меня это, конечно, рекорд. Есть к чему стремиться идти дальше. Я выдержал. Меня не хватали судороги. Я от судорог делаю, пацаны подсказали, тоже растягиваюсь. Сейчас буду растягиваться. Ребятки, спасибо всем огромнейшее за просмотр. Хочу жестко пить. У меня как раз четко впритык вода закончилась кушать. Сейчас все. Велик ставлю. Вечером уже буду чистить его. Напьюсь воды, хорошенько поем, потому что очень много сил и энергии ушло. А результат обязательно смотрите. Спасибо, что вместе проехали со мной. Для меня это очень важно. Обнял, приподнял.